Здравствуйте, вы смотрите «Диалог». Сегодня с нашей гостьей будем говорить о радиационной безопасности и развитии районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Присоединяйтесь. Алла Александровна Наумчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы. В 1981 году окончила Гомельский кооперативный институт Центра Союза. В 1990-м – аспирантуру Львовского торгово-экономического института. Имеет степень кандидата экономических наук, ученое звание – доцент. Трудовую деятельность начала экономистом в Гомельском райпотребсоюзе. На протяжении 30 лет работала в Гомельском кооперативном институте, старшим преподавателем кафедры экономики торговли, заведующим кафедрой экономики и управления в агропромышленном комплексе, проректором по научной работе, первым проректором и ректором, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 5 и 6 созывов. Имеет государственные награды, медаль за трудовое отличие, юбилейные медали, 70 год вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников, 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вопросы Алле Наумчик вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Viber номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Алла Александровна, я рада вас видеть. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И как это уже стало у нас традицией в начале нашей беседы, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. В среду 17 апреля помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко с 10.00 до 11.00 проведет прямую телефонную линию в Ветковском райисполкоме, после чего лично пообщается с записавшимися на прием гражданами. На этой неделе пройдут торжественные мероприятия, посвященные столетию образования Управления внутренних дел Гомельского облсполкома. В программе «Военно-историческая реконструкция дела банды Гавриленко», торжественное собрание и праздничный театрализованный концерт. И еще один юбилей недели. 17 и 18 апреля пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию со дня преобразования Гомельского пединститута имени Чкалова в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Наводить порядок на земле всей страной – добрая традиция. В этот день в стране уделяют особое внимание благоустройству населенных пунктов, реставрации памятников, подготовке к сезону детских оздоровительных лагерей. Гомель приглашает на эко-марафон. Свое намерение выйти на старт 21 апреля уже выразили около 2000 человек. Католическую Пасху будут отмечать 21 апреля. Пасха является самым важным и значимым христианским событием, которое знаменует праздник Светлого Христова Воскресения. Пасха католическая и православная не совпадают по времени и отмечаются в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисления по разным календарям. Православные христиане по юлианскому, а католики по григорианскому. Эти и другие новости смотрите ежедневно на телеканале «Беларусь-4», а также официальном сайте телерадиокомпании «Гомель» и YouTube-канале. Будьте с нами. Алла Александровна, в эту субботу состоится традиционный республиканский субботник. Планируете ли вы в этот день посетить свою малую родину, Речицкий район? Знаете, я в прошлом году впервые принимала участие в субботнике именно на своей малой родине. И впечатления самые яркие, потому что участвовала в посадке деревьев в сквере Победы. Это сквер, где прошла моя юность. То есть такие теплые воспоминания. И поэтому, конечно, с удовольствием я буду принимать участие в республиканском субботнике. Но хочу сказать, что традиционно парламент участвует в посадке леса. В настоящее время проходит неделя леса. И завтра депутаты выезжают для того, чтобы поучаствовать в этой акции в очередной раз. Дело очень нужное и очень приятное, кроме того. Согласна с вами. А недавно в составе постоянной комиссии вы побывали в Островце, где в скором времени будет уже запущена Белорусская АЭС. Сейчас идет выполнение
программы по запуску первого энергоблока. Поделитесь, пожалуйста, сначала своими личными впечатлениями от этого объекта. Впечатления самые яркие, потому что о строительстве атомной станции каждый из нас слышал много, и обсуждается это уже давно, почти 10 лет идет строительство атомной станции, и уже вот готов практически к запуску первый реактор, но то, что мы увидели, впечатляет несомненно. Впечатляет своими масштабами, впечатляет тем, с каким профессионализмом выполняются все виды работ, и те специалисты, с которыми мы работали, начиная уже от главного инженера, который занимается эксплуатацией, будет заниматься эксплуатацией первого реактора, он имеет опыт работы на Нововоронежской атомной станции и приехал сюда для того, чтобы участвовать в строительстве, начиная с создания вот самого фундамента новой атомной станции. Это человек, который вот знает именно эту модификацию реактора. Поэтому вот это впечатлило. А сам Островец? Изменился? Самостровец очень изменился. Самостройка проходит очень комплексно. То есть не просто проходит строительство атомной станции, но и город энергетиков, который будет располагаться именно в районном центре Островец. Там построены два новых микрорайона. И изначально 8 тысяч жителей проживало. Сейчас увеличилось ровно вдвое число жителей в Островце. Ну и планируется, что будет их до 25 тысяч проживать. А где набирали такое количество специалистов? Ну, во-первых, 10 лет – это достаточный срок для того, чтобы были разработаны программы подготовки специалистов нашими учебными заведениями. Очень комплексный подход, я уже говорила об этом, был. А второе – это удивительно, но из многих атомных станций вот были поданы заявки и на конкурсной основе отбирали лучших. Тех, кто... Они проходили очень серьезную проверку из Ровенской атомной станции Украины, из России приезжали к нам специалисты. Ну и те, кто работал в сфере энергетики, наши специалисты тоже составляют основу. Управление этой станцией, оно будет осуществляться автоматически или под руководством человека? Ну, естественно, все процессы ядерной реакции проходят в автоматическом режиме, поскольку требует специального, особого режима. Но непосредственное наблюдение, постоянное, круглосуточное, человека за этим процессом будет. И это наблюдение должно быть просто высоко профессиональным. Это не только знание физики, это еще и психология, это взаимоотношения в смене, которая обслуживает реактор и находится на главном пульте управления. И впечатлило очень то, что создан учебный центр, который я как бывший ректор университета могу сказать впечатляет очень сильно. Он также охраняется и также является достаточно закрытым объектом, так же, как и сама станция, потому что очень многие процессы он стопроцентно дублирует. Поэтому уже сейчас он работает в полную силу, и там постоянно проходит и обучение, и повышение квалификации, смены, которые будут непосредственно обслуживать сам реактор. Но новости о строительстве станции не всегда воспринимаются однозначно позитивно, потому что спустя 33 года после тяжелейшей катастрофы мы строим АЭС на своей территории. Как можно быть уверенным в том, что она 100% будет безопасно и не будет влиять негативно на окружающую среду? Да, вы провели своеобразный мост между прошлым и будущим. Мы заботимся о своей энергетической безопасности и строим атомную станцию, но в памяти каждого из нас серьезная авария чернобыльская, которая, не просто в памяти, а в сердце, я думаю, каждого белоруса и гомельчанина. И вот отношение к строящейся станции настороженное, мне кажется, это нормальное отношение. Нормальное отношение любого человека. Но хочу сказать, что при выборе
типа реакторов руководствовались принципами максимально возможной на сегодняшний день безопасности. Выбран самый современный тип реактора, такой же, как Нововоронежская атомная станция, но сказать, что он экспериментальный, нельзя, потому что он уже работает 30 лет в очень надежном режиме, то есть он даже не допускает нештатных ситуаций каких-то. Вот это... вселяет определенную уверенность. Кроме того, само строительство, начиная уже от закладки фундамента, находится под постоянным надзором инспекторов разных уровней, и строителей, и экологов, и санэпидстанций, не просто наших отечественных, а мировое сообщество очень зорко следит за этим. Таковы традиции при строительстве атомных станций в мире, и Республика Беларусь является участником международной организации МАГАТЭ, поэтому... Ход строительства не просто вот под увеличительным стеклом рассматривается, а под микроскопом, очень мощным микроскопом инспекторов и экспертов международного уровня разных стран. Вот по результатам опроса общественного мнения 51,6% респондентов сказали, что являются сторонниками ядерной энергетики. 21,8% оказались противниками, четверть еще не определилась. Как вы думаете, должны ли люди сформировать уже сейчас какое-то свое мнение, свою позицию? Нужно ли их в этом убеждать? Либо же они могут сделать это позднее, постепенно? Вы знаете, мне кажется, что это правильно. Абсолютно уверена в том, что надо говорить. И надо убеждать говорить людей в том, что... Да, существует, скажем, радиационная безопасность, и мы должны думать не только о ней. У нас существует много других рисков в нашем обществе, которое с высокими темпами технического прогресса создает нам определенные условия или риски техногенного характера. Мы должны знать о возможных рисках и должны способствовать их предупреждению. Это вполне нормально на Западе, когда детей учат не просто безопасно выходить на случай пожара, и эвакуация проходит вместе с родителями, они в игровой форме начинают впитывать себя. У нас очень много сделано для того, чтобы обучать детей безопасному поведению на дорогах. Но я думаю, что вполне точно так же мы можем обучать людей и другим правилам безопасного поведения на случай любых каких-то происшествий, как пожар или других. По радиационной безопасности тоже надо говорить и надо думать о том, как сделать нашу жизнь не только комфортной, но и, естественно, прежде всего безопасной. То есть нужно говорить не только о том, что, безусловно, положительные дивиденды Беларуси принесет вот новый АЭС, но и также о том, что стоит помнить о том, как самому о себе позаботиться, как организовать свою безопасность. Наверное, так. Но все равно, если мы вернемся к Островецкой атомной станции, то сильнейшим впечатлением моим, поскольку у нас комиссия по экологии, мы спрашивали, а как экологическая? Мы не говорим о вредном воздействии, оно просто недопустимо при любом проектировании и при любой эксплуатации. Просто это воздействие на окружающую среду, какое оно может быть? То есть построили огромное, здание, и оно оказывает воздействие на розу ветров там, или еще какие-то последствия. Производство оказывает, даже если не брать уже самый рискованный фактор во внимание. Но вот Островец и Островецкая атомная станция расположена на реке Вилле, и водозабор будет осуществляться из этой реки. Очень показательно то, что в этой реке нерестятся лососи, которые приходят из северного нашего водного бассейна. И поэтому даже герб Островца – это такой раскидистый зеленый дуб и лосось в реке. Вот они сохраняют этот герб как гарантию того, что не просто вредное воздействие. Я повторяю, вредное просто исключается, а даже какое-то воздействие на существующую экосреду будет осуществлено вот этой стройкой. Беларусь потратила десятки миллиардов долларов на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эти деньги выделялись в рамках реализации госпрограмм. Сейчас основная статья расходов – это социальные гарантии, социальная защита граждан. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что она подразумевает под собой сегодня?
33 года прошло со времени Чернобыльской аварии, и в Республике Беларусь, которая, кстати, больше других республик пострадала от этой чернобыльской беды, реализовывается сейчас уже пятая государственная программа. Основное направление средств этой программы, конечно, социальная поддержка населения, которое проживает в зоне с периодическим радиационным контролем. И это, ну, прежде всего, социальные выплаты и компенсации участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это проведение специальной диспансеризации населения. Это часть средств направляется на оздоровление, санаторно-курортное лечение населения и прежде всего детей. И, кроме того, это создание средств безопасности с позиции создания здоровой среды обитания. То есть это газификация населенных пунктов, это водоснабжение закрытыми источниками, то есть строительство водопроводной системы, это реабилитация сельхозугодий наших, строительство дорог. Ну и кроме того, это серьезные капиталовложения в обновление, оснащение медицинских учреждений. Ну и ряд других таких направлений по строительству жилья, социально-экономическое развитие этих регионов. Я думаю, что главный вклад, который может сделать государство в свое будущее, это заботиться о здоровье детей. Наши корреспонденты побывали в детском оздоровительном реабилитационном центре. Детские реабилитационно-оздоровительные центры – учреждения относительно новые. В 1990-х годах их создавали на базе санаториев и пионерских лагерей для приема организованных групп детей и подростков, проживающих на загрязненных территориях. На сегодняшний день здесь имеются все условия для организации лечения и оздоровления, учебно-воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и досуга детей. Я хожу на кружки, мне здесь нравятся площадки, тренажеры, мероприятия в актовом зале. Здесь вкусно кормят. Мне нравятся здесь процедуры, нравится питание, как кормят. Нравятся тренажеры, которые есть на улице, и разные мероприятия. Сейчас в Гомельской области работают 5 из 9 открытых в Беларуси детских реабилитационно-оздоровительных центров, самый большой из которых – Пролеска в Жлобинском районе. Путевки для детей и подростков предоставляются бесплатно. Все расходы оплачиваются из государственного бюджета в рамках реализации Чернобыльской программы. Правда, в каждом ДРОЦ придерживаются своих позиций. В Пролеске наша съемочная группа в этот раз совсем не увидела дошколят. Позже выяснилось, принимать малышей в не самое лучшее по климатическим условиям время года здесь посчитали нецелесообразным. Для полного обеспечения оздоровления санаторно-курортного лечения мы ввели новшество. Мы уже второй год оздоравливаем детей дошкольного возраста только в весенне-летний период. Почему? Потому что дети здесь реже, меньше болеют, больше находятся на свежем воздухе. И я считаю, что вот летнее оздоровление – это залог здоровья всему остальному периоду. Расположенный вдали от шумных автомобильных трасс, детский оздоровительный центр «Пролеска» привлекает тишиной, красивыми пейзажами, чистым воздухом, насыщенным запахом хвои, а также возможностью пройти курс комплексного лечения и оздоровления. Медицинская сестра Елена Абраменко, кажется, не знает усталости. Бассейн центра настолько востребован, что работать приходится с минимальными перерывами. В воде улучшаются все процессы. Человек может сделать движение с гораздо большей амплитудой, чем он может сделать эти же движения на суше. Вода оказывает тонизирующее действие на мышечную систему, на нервную систему. Улучшается сон, аппетит у детей. Физическое состояние детей также улучшается. Соляная комната в Пролеске открылась в сентябре прошлого года. Спелеолечение помогает при заболеваниях органов дыхания и при их профилактике. За время нахождения в санатории дети проходят в среднем до 10 сеансов. Конечно, только соляными ваннами лечение не ограничивается. 10 лет назад в центре был один медицинский корпус, сегодня три.
Мы приобрели бесконтактную гидромассажную ванну. Мы приобрели аппарат вакуумного массажа. Очень много различных видов вибромассажа. Работают современная водолечебница, в которой дети имеют возможность принятия различных видов ванн. Жемчужные ванны, лекарственные, ароматические. Ванны с минеральной водой. Мы имеем на своей территории две скважины минеральной воды. Одна вода минеральная используется для питьевого лечения, а вот вторая скважина используется для принятия водных процедур детьми. В этом году в оздоровительном центре «Пролеска» одними из первых среди подобных центров открыли изолятор для больных детей. В реконструкцию вложили более 200 тысяч рублей и средств, заработанных на оказании платных услуг. На момент приезда нашей съемочной группы в изоляторе не было никого. Пик загруженности обычно приходится на период подъема острых респираторных заболеваний. Хотя вряд ли дети, отдыхающие в оздоровительном центре, хотят сюда попасть. В разговорах с журналистами они признаются, лучше уже ходить на уроки. Это обязательное условие. Занятия продолжаются и здесь, хотя и не с такой интенсивностью, как в обычной школе. Процесс оздоровления мешать обучению не должен ни в коем случае. И в заключении такая цифра. Ежегодно в оздоровительном центре «Пролеска» проходит курс реабилитации более 6 тысяч детей из всех районов Гомельской области. Посмотрите диалог. Алла Наумчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы. Сегодня у нас в гостях. Алла Александровна, как вы считаете, насколько эффективен в нашей стране подход к детскому оздоровлению? Ведь не всем центрам повезло так, как повезло Пролеске. И с расположением, и с базой, которая досталась. Согласна, не всем повезло, но уже с 1990 года осуществляется оздоровление детей, причем не только у нас в республике, а и за ее пределами, и накоплен опыт организации такого оздоровления, поэтому стоит сказать, что у нас много таких детских реабилитационно-оздоровительных центров, ДРОЦов, как Пролеска. Два из них в Минской области расположены, по материально-технической базе не хуже, чем Пролеска. Больше всего, конечно, на территории Гомельской области у нас тоже замечательных много других. В Брестской области есть. В Могилевской области, вот, кстати, особенность такая, они осуществляют оздоровление детей не только за пределами области, но и на базе санаториев, ну, ведомственной подчиненности. И преимущество ДРОЦов в чем состоит? В том, что они специализированы. Там детская как бы ориентация всего и оборудования, и процедур на детей. Организация учебного процесса, ну и, наверное, питание, организация тоже ориентирована на детей. Когда идет оздоровление детей вот в таких смешанных санаториях, то это, оно вызывает определенные сложности. Да, для деток выделяют отдельные корпуса, но тем не менее дети любят пошуметь, активный образ жизни у них более активный, чем у тех, кто приехал взрослые отдохнуть и побыть в тишине. Поэтому, ну вот такие моменты, определенные проблемы имеются. И у нас проводятся регулярно круглые столы, где мы обсуждаем плюсы и минусы оздоровления, встречаемся с руководителями учебных заведений, с педагогами, которые выезжают с детками, слушаем их внимательно. И уже за это время как бы значительно усовершенствована система оздоровления детей. Конечно, специализированное учреждение всегда будет в более выгодном положении, и, мне кажется, работать более эффективно. Следующий вопрос задаст наш телезритель. Алла Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Меня зовут Владимир. Я хотел задать вопрос такой, может, он не совсем связан, но какая перспектива переработки отвалов химического завода? Я думаю, Гомелю здоровья они не прибавляют. Спасибо. Да, недавно в одной из программ мы обсуждали этот вопрос. Был у нас председатель Комитета природных ресурсов, охраны окружающей среды, отвечал на этот вопрос. Вы можете посмотреть этот эфир, он есть на нашем YouTube-канале. Алла Александровна, а вот ваше видение и депутатского корпуса. Вы изучали этот вопрос? Значит, вопрос по ликвидации отходов постоянно рассматривается Гомельским облсполкомом.
уже заключалось несколько договоров с иностранными фирмами по переработке этих отходов, рассматривались вопросы по переработке отходов нашими предприятиями при производстве строительных изделий, но не устраивает пока экологов. Технология переработки не устраивает, подходы. Поэтому, пока в стадии изучения находились вопросы, исходя из того, что я знаю. Вот я, честно говоря, не смотрела эфир председателя Комитета природных ресурсов и экологии, но с удовольствием его посмотрю тоже, какие перспективы сейчас уже. Ну, в настоящее время пока еще актуального проекта нет. И нет. То есть ищем инвестора. Я знаю, что на каждом форуме экономическом вот эта тема заявляется. Да, иногда так достаточно оптимистично, что уже вот-вот, да, и вроде бы как готовы перерабатывать. Да, и почему-то срывается. Вопрос ведь не только экономики, вопрос экологии прежде всего здесь, поэтому... Главное, чтобы они не забывали о нем. Власти это не забывают. Но они настолько очевидны, эти отходы, и забыть сложно. Забыть это сложно. Ну, а я к чернобыльским пока вопросам хочу еще перейти. Тема бесплатного школьного питания, она в общем ряду не кажется такой уже важной, но точно не первостепенной. Почему эта статья вот уже спустя 33 года все равно остается среди расходов, предусмотренных программой? Понимаете, вот возникло, наверное, в начале, на первых этапах, когда врачи, специалисты обсуждали, психологи, вопросы социальной поддержки, реабилитации населения, проживающего на территории, вот организация школьного питания возникла в тот момент. И тогда стало понятно, что она очень важна. И важна не только для районов, пострадавших от Чернобыльской аварии, она важна, в принципе, для школьников вообще. Но поскольку все-таки бюджет государственный имеет свои ограничения, то бесплатное питание организовано для детей пострадавших, которые проживают на территориях все-таки с периодическим радиационным контролем. А все остальные дети, школьники питаются и оплачивают родители это питание. Поэтому вот бесплатное питание для жителей этих территорий можно считать специальной такой социальной компенсацией из бюджета. Поэтому я считаю, что это достижение. Для пострадавших территорий качество продуктов – это, в принципе, вопрос очень большой важности. Правда ли, что с грибами и ягодами из леса можно получить такую дозу радиации, что это может спровоцировать и онкологию? Да, такие факты медики неоднократно называют и подтверждают, что ежегодно фиксируются случаи рака щитовидной железы у тех, кто осуществляется накопление, внутреннее накопление радиоактивными элементами, и источником такого накопления являются продукты питания, прежде всего дары леса. Как бы полезны они ни были там с биологической точки зрения, но все-таки с позиции радиационной безопасности такая проблема существует. А как вы думаете, насколько безопасны или опасны дары леса? Такой вопрос мы адресовали людям на улице Гомеля. Ну, смотря где собирать и проверять надо. Местами есть хорошие, местами не очень. Проверить, по-моему, сейчас легче легкого, везде эти дозиметры, все есть. Не знаю, но думаю, безопасно. Просто надо, чтобы они проходили контроль. Есть же медицинский контроль, радиологический контроль. Удостовериться, получить справку и пожалуйста. А вы сами собираете? Ой, нет. Я только покупаю иногда. По крайней мере, мы не собираем, потому что все-таки осталось с тех времен, что небезопасно это, и стараемся не собирать и не употреблять. А покупаете? Кроме шампиньонов ничего. Свое выращиваем на даче, ягоды, а в лесу, по крайней мере, мы не собираем. Наверное, не стоит, наверное, еще радиация у нас высокая. Вы не собираете? Нет, в последнее время не собираю. Раньше собирал, а сейчас нет. Безопасно. Есть знающие грибы, знающие ягоды, когда знаешь, что собираешь. И ходить в лес, вы еще такой вопрос, да? Думаю, безопасно.
мы же ничего не боимся. Собирать-то стоит, да, но только в тех районах, или где нету радиации, где она, вот Чернобыль взорвался, так вот в тех зонах, это, мне кажется, опасно. А так можно же собирать, конечно. Ничего не безопасно сейчас. У нас загрязнение большое после ЧС. Хотя весь йод уже давно распался, где-то через 3 месяца после взрыва. Нам объясняли уже эту ситуацию. Вот. Ну а так небезопасно. Вот я лично не ем грибы. Небольшое количество времени прошло после атомной аварии. Может, где-нибудь вдали, Витебская область, Могилевская, там уже ситуация иная, но все равно, ну, радионуклиды, они и считают, ну, не через такой короткий промежуток времени. Вы смотрите «Диалог». Наша программа сегодня посвящена вопросам радиационной безопасности и развития пострадавших регионов. Алла Александровна, рассудите, что опасно, что безопасно, и, в принципе, сформировалась ли привычка у населения проверять дары леса? Мне кажется, что уже определенные правила проживания сформировались, и люди ответственно относятся к своему здоровью. Существуют радиологические лаборатории, которые могут оказывать такую услугу, и она абсолютно несложная, поэтому каждый человек не враг себе. Есть удовольствие тихой охоты любителей, пожалуйста, но прежде чем употреблять грибы в пищу, их надо обязательно проверить. Поэтому и грибы, и ягоды – это обязательные условия. А превышения могут быть в разы и в десятки раз. И не обязательно собранных грибов и ягод с тех территорий, которые рядом со станцией находятся. Они могут быть совсем территориальные и не рядом, но да, радиация так выпала, что могут быть загрязненными те территории, которые далеко как раз от станции. Да, даже если это не зоны периодическим контролем. То же самое, если мы продаем, покупаем грибы и ягоды в неустановленных местах, нет гарантии того, что они прошли проверку. Поэтому я бы опасалась и не советовала покупать. Только уже у официальных продавцов, где есть сертификат качества и результаты лабораторных исследований. Которые по-хорошему тоже хорошо бы, да, на руки и посмотреть. Да, хорошо бы проверить и посмотреть. Алла Александровна, как вы считаете, вы-то знаете наверняка, что еще необходимо предпринять, как нам позаботиться о своей безопасности, что еще нужно на государственном уровне, возможно, для того, чтобы сделать защиту более основательной? Вы знаете, все делается максимально возможное для того, чтобы обеспечить защиту более основательной. Но мы все помним уроки Чернобыля. Ведь был нормальный реактор с апробированными процессами технологическими, но основной причиной этой аварии является человеческий фактор. Поэтому мы должны это понимать и быть ответственными не только перед собой, перед своими детьми и будущими. Мы должны быть ответственны перед обществом в целом, принимая решения на любом уровне. А как защитить себя в повседневной жизни от чего-то? А не надо себя защищать, надо жить и радоваться жизни. Но мы идем по улице, соблюдаем правила движения. Это правильно. Мы приходим домой, мы моем руки, защищаем себя от вирусов и инфекций. Это правильно. Но не надо думать об этом. Надо просто это взять за правило и жить нормально. Переходить на красный свет светофора никто не может. И делать это не надо, и не надо делать из этого проблему. Точно так же и радиация, она контролируема, и существует естественная радиация. Мы приходим в метро, там уровень радиационного фона тоже имеется. Мы не можем от этого отказаться. На дорогах республики погибает, к величайшему сожалению, большое количество людей ежегодно. И не хочу просто травмировать слушателей этими цифрами, но мы же не отказываемся от автомобиля как средства передвижения, потому что это необходимо. Вопрос в нашей ответственности социальной перед собой, перед обществом в целом. Заботиться о себе, о своем здоровье
не более, да, чем жители всех других стран, мегаполисов. Все мы сейчас подвержены вредному воздействию. Ну, вредному, относительно вредному, потому что если компьютер – это удобство, это комфорт, но существует зависимость игровая, и это уже беда, правда ведь? Существует много таких вот моментов ограничений, поэтому я думаю, что все с позиции государства делается максимально все возможное, и мы просто должны, ну, как бы каждый на своем месте ответственно относиться. Алла Александровна, поднакопились вопросы у нас на Вайбере, сейчас я их зачитаю, давайте им хотя бы секунд по 30-40 каждому уделим. Хорошо. Прошло много вырубок леса из-за нашествия короеда. Принимались ли законотворческие меры по сохранению лесов? Ну, во-первых, у нас очень интересное направление в законодательстве. То есть кодекс принят о лесе, лесной кодекс, он пересматривался, проведена классификация лесов. И конкретно по короеду вот закона не принималось, потому что короед не слушает никаких человеческих законов. Но мы проводили круглый стол с выездом в Институт леса и смотрели, как проводятся исследования, какие меры борьбы ведутся. Законодательно регулировали порядок ведения рубок леса именно с учетом вот, повреждения короедом. То есть рубка леса разрешена даже при видимых случаях повреждения. Не надо никакие там, ну, специальное заключение. То есть, чтобы локализовать очаг, сделали максимально простой процедуру проведения. Ну да, это правильно, потому что пока рубок. Собрали бы лесхозы все необходимые разрешения, короед да. мог бы серьезно навредить и соседним участкам. Есть ли у вас такая практика отслеживания правоприменения закона, в разработке которых вы участвовали? Да, несомненно. Как компетентный такая наш телезритель. Практика есть, и постоянно ведется мониторинг закона правоприменительной практики, и после вот, прохождения, скажем, год, два, три закона проводятся круглые столы, инициируются внесение изменений и дополнений. То есть процесс законотворчества, он такой постоянно проходит, ну, достаточно активно. И следующий вопрос. Хочу попасть к вам на прием или пообщаться с вами по телефону, где и как я могу узнать о ближайшей встрече или проведении прямой телефонной линии? Наверное, ваш избиратель из Гомельского района, который вы представляете. Я являюсь депутатом Гомельского сельского избирательного округа и веду приемы обычно в Гомельском райисполкоме, либо в каком-то из сельских советов своего округа и в Добружском райисполкоме, или в Добружском, ну вот в сельском совете Добружского района. Следующая неделя работы в округе у нас будет с 22 марта по 22 апреля по 28 апреля. И в это время я веду прием в Добружском районе. Можно связаться с моим помощником. На сайте Гомельского райисполкома есть телефоны контактные. И я, в общем-то, открыта абсолютно не только для прямых для телефонного разговора, но и для личной встречи за рамками тех официальных дней приема, которые обычно заявляются в средствах массовой информации. Встречаетесь с местными жителями, да? Да. Помогаете им. С чем обращаются, как правило? Это какие вопросы? Обращений очень много. Весна – это традиционно дороги. Дороги Гомельского района – это наша беда. Мы очень надеемся на то, что будут выделены средства на проведение не просто грейдирования, но и на проведение серьезных капитальных ремонтов. Потому что Гомельский район, он рядом с красивым нашим областным центром. И очень хочется, чтобы, переезжая границу города, мы могли попадать и в красивый пригород. Это первое. Второе – качество воды. Вот 30 лет прошло со дня Чернобыля, я говорила, что много сделано для того, чтобы обеспечить все населенные пункты, даже самые отдаленные, водопроводами. Но за 30 лет те населенные пункты, которые первыми получили вот такую воду, естественно, требуется ремонт системы. Нужно строительство станции обезжелезивания. То есть вот этот комплекс вопросов. Ну и много других. Спасибо вам огромное за сегодняшний диалог, Алла Александровна. Спасибо вам.
Алла Наумчик, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания.